Друзья, всем привет! У нас в конце октября выйдет большое видео по маслам для снегоходов. Мы разберем и двухтактные масла, и четырехтактные. Кто производит, где производит, из чего масла делают и так далее. Потому что оригинальные масла стоят просто бешеные деньги. Например, это масло Arctic Cat я купил за 1950 рублей, 400 грамм. Понятно, что он столько не стоит, естественно, но тем не менее мы разберем, кто его производит. Если у вас есть опыт использования масел, двухтактных, четырехтактных для снегоходов, обязательно пишите в комментариях к этому видео. Большая просьба, опишите свой опыт использования, кто какие масла использует, что нравится, что не нравится. Какие-то масла, может быть, вам вообще не понравились. Может быть, какие-то масла вы годами используете. Я вот на той неделе проехался по Новосибирску, по магазинам специализированным, к тем, кто занимается мототехникой, там, снегоходами и так далее. Увидел столько новых брендов, я, в принципе, о них никогда не знал раньше вообще. Для меня было шоком, сколько разных брендов масляных по снегоходным маслам есть у нас в Новосибирске даже. Поэтому сейчас я помаленьку закупаю их потихонечку. Думаю, что где-то 25 брендов мы точно наберем. Еще тут брендов, наверное, 6 или 7 у меня едет, заказанные через интернет. Поэтому дождемся, пока все вместе соберутся и сделаем большое такое полноценное видео. Ребята, обязательно подписывайтесь, потому что ваше мнение очень важно. Подписчики у меня все такие компетентные, нормальные, поэтому обязательно пишите ваш опыт использования. Для меня это очень важно. Заранее всем спасибо. С вами Антон Воронков. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.